Ребятки, у нас новая услуга появилась. Новая уникальная экскурсия. Вековые экскурсии в Алании. Сейчас выйдем на крепость. Каким кошкам начать? Как обычно. Вот. Сейчас исследуем маршрут, так что если кто-то хочет присоединиться и не нажирать бока на все включено, а бегать и смотреть достопримечательности, welcome! Приезжайте в Аланию, будем бегать каждый день. Новые места, новые экскурсии. Сейчас мы выбежали на набережную. Пробежим чуть-чуть по набережной. И добежим вот до так. Снимаем красивую набережную. Пляж. Пляж Клеопатры, напомню. Куча народу здесь отдыхает, дышит воздухом. Погода прекрасная. В тени плюс 18. Алания — это такая маленькая репетиция переезда в Испанию. Очень похоже. Очень много народа. Вот фуникулер на гору, но это не для нас. Так, вот мы у подножия горы. Сейчас потихонечку начинаем бегом подниматься. Пробежали чуть больше километра уже, размялись немного. И пошла тренировочка. Довольно крутой подъем. Ох, здесь бежать вообще невозможно, ребят. Градусов 45. Прям только быстрым шагом. Очень крутой подъем, смотрите. Офигеть. Очень крутая прокачка. И вид. Хотя поднялись метров по 50 всего. Там лестница, по-моему. Время 15 минут 43 секунды. Дистанция 2 километра. 1 метр. Средний темп 7.50. Да мы пешком идем. За километр. По ступенькам. Вот, вроде бы верный путь, но все по ступенькам. Все.
О, если бы вы знали, какие здесь виды, мы сейчас покажем обязательно эти виды космические. Все, вышли на дорогу. Отлично, вот он плет. Так, красивые. Прям Клеопатры. Дорога. Чуть-чуть. Виды. Алания. Это надо фотографировать. Тут же рядом крепость, и тут смотрите, какие виды. Вон гора. Камера, конечно, не передаст эту красоту. Карта Maps Me показывает, что можно здесь пробежать. О, реально, очень крутой трейл раннинг. Очень круто. Ай, здесь очень круто, побежали. Виды. Виды. Да, такая рваная у нас тренировка получается. Показываем виды сначала. Потом будем здесь уже тренироваться полноценно. Ай. Да, ребят, обязательно пользуйтесь по всему миру, когда путешествуете, Maps Me, картами офлайн. Хорошие карты, не идеальные, потому что иногда они меня не туда приводили, в каждом месте, где я был, бывало такое, но в целом они очень хорошие. Так, идем, все, чуть-чуть осталось нам до первой обзорной площадки. Вот уже виды крепости. Отлично. Тренировка приостановлена. Все, почти добрались до первой обзорной площадки. Она ближайшая к нам. Итого получается от нашего дома километр по пляжу, по набережной и немного в гору. 15 минут. В хорошем темпе, если бежать, не так, как мы сегодня. 15 минут всего лишь. В темпе примерно 6 минут на километр. Итак, показываю виды. Просто тренировка просто приостановлена. Тренировка приостановлена. Получается, да, что мы не бегаем, поднялись на гору и не можем бежать здесь настолько красиво, но мы обнаруживаем новую тропу для трейл-раннинга. Обязательно прям вот у нас здесь есть. Для тех, кто не был в Алании, кто любит спорт, бегать по камням, по холмам, это просто офигенно, надо сюда ехать. Только место там. Не только на этом холме, но там я. По-любому. Очень круто. Мусор, конечно, мусор есть. Мусор есть, его хоть и убирают, но он есть. Спускаемся вниз уже не бегом, шагом. Так, ну все, мы спустились по склону, по тропинке. Камням, пешочком,
и дальше продолжаем бежать до дома. 20. Опять эти очень интересные ступеньки. Вот здесь срываем. Шей хочу, мамина. Асфальтовая дорога идет прямо к пляжу Клеопатры. Очень все удобно сделано. Инфраструктура, дороги максимально прямые. Красота. Буквально 3 минуты и мы спустились к пляжу. Как удобно. А вот еще, кстати, вот еще одна тропа. Это прям для экстремалов. Очень крутой подъем, но можно сократить расстояние.